Целью программы развития регионов является модернизация жилищно-коммунального хозяйства, а это ремонт кровель, лифтов, подвалов на возвратной основе. Буквально накануне Нового года в городе Аксай были сданы в эксплуатацию 3 пассажирских лифта в многоэтажных домах. Подробности смотрите в сюжете. В городе Аксай порядка 150 многоэтажек. Строительство жилья продолжается. Появляются новые жилые высотки. На сегодня лифтовое хозяйство состоит из 210 лифтов. Из них пассажирских 194, грузопассажирских 16. До недавнего времени износ составлял 85%. Благодаря программе развития регионов удалось увеличить количество работающих лифтов. За период с 2014 по 2015 годы было модернизировано 11 лифтов. В 2018 году введены в эксплуатацию 6 лифтов. Стоимость выполненных работ составила 54 миллиона тенге. А в 2019 5 лифтов на общую сумму более 40 миллионов тенге. Лица жителей нашего подъезда хотели поблагодарить государство, наше в лице акимата Западно-Казахстанской области, акимата Бурлинского района, что субсидировали на покупку нового лифта. Спасибо жильцам, что согласились, так дружно вместе все подписались. В Аксае как бы давно не было таких лифтов. Как вы знаете, тут чешские лифты, запчастей нету, и поэтому долгое время они стояли просто без действий. Если ранее жильцы тех подъездов, где лифты не работали более 10 лет, с недоверием относились к положительной отдаче программы развития регионов, то сейчас количество заявок возросло. На сегодня проектно-сметная документация готова по 14 лифтам. В текущем году планируется провести ремонт. Оператором программы в Аксае выступает ТО «Аксай Жангырту». Специалистами ТО «Аксай Жангырту» на постоянной основе и в тесном контакте проводится разъяснительная работа по реализации данной программы. Нами запланированы капитальный ремонт порядка 14 пассажирских лифтов и капитальный ремонт кровли нескольких пятиэтажных домов, что говорит о том, что уже население поняло, приняло и активно принимает участие в реализации данной программы. Для регистрации заявки на участие в программе необходимо собрать не менее 2/3 подписей от общего числа квартировладельцев в подъезде. Финансирование работ осуществляется на возвратной основе. Проектно-сметная документация подготавливается индивидуально по каждому лифту. Необходимые для ремонта и замены составляющие закупаются в Республике Беларусь. Мария Пирог, Александр Овчинников, Талгат Муканов, телеканал Ак-Жайык.